озвучил Глеб. Мистер Гондор! Мистер Гондор! Я так рад, что догнал вас, прежде чем вы ушли. Как насчет приключения? Готовы ли вы пойти на шашлык? О боже, малыш! Гондор будет сражаться с демонами-ящерицами из адского пупка! И это очень опасно для таких зеленых юнцов, как ты! О, пожалуйста, возьмите меня с собой, мистер Гондор. Мистер Тодд всегда относится ко мне как к дерьму. Хорошо. Ты будешь приманкой для гигантских собак-монстров. Восхитительно. Однако есть одна маленькая вещь. Моя мама заставляет меня присматривать за младшей сестрой. Модисьё, сюда! Мне все равно, что сказала мама. Вы не присматриваете за мной. Я могу позаботиться о себе идеально. О, нет. О, мой бог. Ты Гундер Варвар? Гундер Варвар? Привет. Я Сьюдиму. Я имею в виду, я Модисьё. Я твой самый большой поклонник. Стой! Ты сестра зеленого парня? Но ты не выглядишь зеленой! Но у мамы и папы был смешанный брак. Вы подпишете мой дробовик, а мой комикс Гундер, а мои сиськи? Можно я буду твоим помощником? О, ты же будешь моим парнем! О, мой бог! Я буду подружкой твоей подруги! Это же супер мило! Нет, спасибо! Ха-ха-ха, провал! Что? Ну почему? Ты не тип Гундера! Но я горяча! Не совсем в моем вкусе. Сожалею. Я также хороша в бою. Я могу помочь. Девчонка поможет Гундеру? Черт возьми, давайте просто пойдем в эту чертову дыру в аду и уже убьем какую-нибудь собачью ящерицу. Да. Давайте уже пойдем, да. Что за круть? У тех собак не было никаких шансов. Мне жаль тех, кто не смог засвидетельствовать эту битву своими глазами. Это было потрясающе! Мы надрали зад этим собакам. Вы когда-нибудь видели что-нибудь столь эпическое, мистер Гундер? Никогда! Это был самый безумный бой, который Гундер видел! Это было как... Эй, Муди, а ты не так уж и плоха! Ты хорошо смотришься в бою! О, спасибо, Гундер. Я бы как-нибудь показала тебе, как я действительно могу на чем-нибудь смотреться. Нет, спасибо. Увидимся, зеленый парень! О, Муди, это был лучший отжог мистера Гундера.